Совсем недавно на сцене Кузнецкого медицинского колледжа отгремел конкурс «Мистер Колледж», который проходил в рамках мероприятий, посвященных 23 февраля. С приходом весны эстафету у юношей переняли девушки. В преддверии Международного женского дня будущие фельдшеры, медсестры и стоматологи соревновались за звание самой красивой девушки медицинского колледжа. Мне хочется сегодня пожелать от всей души, чтобы все наши конкурсанты показали все достоинства, которые они владеют своим, и эрудицию, и талант, и музыкальные способности, и женственность. И хочется, чтобы они были победителями во многих номинациях. Вот они, юные, красивые, талантливые и умные будущие специалисты в сфере здравоохранения. Претендентки на титул «Мисс Колледж 2011» должны не только учиться на одни пятерки вкусно готовить, но и уметь смело носить вечерние наряды. А это у них получается хорошо. Курсантки должны были достойно представить себя на суд строгого жюри и порадовать неравнодушных зрителей. Автором проекта «Мисс Колледж» является преподаватель медицинского колледжа Вера Воронцова. Вера Федоровна считает, что подобные мероприятия не только прививают юным кузнечанкам ответственность, но и вырабатывают лидерские качества, что в наше время так необходимо иметь. Что тут думать и гадать? Пора идти и побеждать. Трудностей я не боюсь, своего всегда добьюсь. С таким победным настроем на это мероприятие шла каждая из претенденток. Но конкурс есть конкурс, и звание самой красивой девушки Кузнецкого медицинского колледжа получила лишь одна. Ей стала Диана Акчурина.